приветствую на своем канале. Заказал в интернет-магазине Джум вот такую антенну. Это легендарная антенна HQ Clear TV. Один из самых любимых товаров, которые используют мошенники на территории постсоветского пространства. И не только постсоветского пространства. Вместе с антенной шла вот такая инструкция. Здесь видно какие-то координаты какой-то американской фирмы. И в инструкции тоже описывается, что антенна может работать на расстоянии до 25 миль, а это примерно километров 40. Ну и тут работает с какими сетями? Американские сети, PBS, NBC, CBS, ABC, Fox, ION, Cuba и так дальше. Так вот, как я понимаю, они эту антенну, то есть эту антенну продавали в Америке, ну, наверное, за какую-то чисто символическую сумму, там, 5, 10 долларов, 20 долларов. Она у американцев не работала, но американцам было просто лень разбираться с этим вопросом за такие деньги. Они просто выкидывали ее в мусорник. И продавцы, почувствовав успех, решили продавать ее во всем мире. И также эта антенна получила огромную популярность у нас и в Украине, и в России. Сколько моих клиентов купило эту антенну, сколько было вылито негатива. По поводу самой антенны. Сама антенна собой ничего не представляет. Это обычный диполь, только в красивой обложке. Производитель обещает, продавцы обещают, что здесь есть какая-то японская технология, что здесь есть какая-то электроника. Никакой электроники здесь нет. Как видите, идут два элемента, примерно по четверть волны. Они собой образуют классический полуволновой диполь. И сюда подключается антенный кабель. Все. Ничего военного. Но если уже так случилось, что вы приобрели эту антенну, то отставьте негатив, смиритесь с тем, что вас уже обманули, простите уже мошенников за эту ситуацию, и я вам сейчас подскажу, как извлечь из этой антенны хоть какой-то минимум. На всех рекламных материалах, на сайтах, на фотографиях, на видео, где присутствует эта антенна, она, как правило, подключена к антенному разъему телевизора, прям вставлена в телевизор, вертикально. Но это неправильно. Дело в том, что на территории как Украины, так и России вещание ведется в горизонтальной поляризации, и поэтому, если вы хотите хоть что-то принять на эту антенну, то я вам советую размещать ее не так, а вот так. Я сейчас нахожусь в 11 километрах от телевизионной вышки. Сигнал замерять я буду на высоте 1,5 метра от земли. Для измерения сигнала я использую вот такой профессиональный прибор. Я сейчас подключаю эту антенну. И вот смотрим на результаты. Вот когда я размещаю вертикально, она ничего не принимает. Сигнал не видно. Вот я ее поворачиваю горизонтально. Сигнал появляется неуверенный. Я вам скажу, 26%, 27% это мало для уверенного приема. Но это уже хоть что-то. Уже можно просматривать телепередачи. Поэтому, если вы ее уже купили, то размещайте всегда горизонтально. Следующий совет, который я вам хочу сделать. Размещайте ее как можно выше от уровня земли. Старайтесь ее размещать в окне, так, чтобы вот был телевизор и антенна смотрела куда-нибудь в проем, в оконный или в дверной, в стекло. Это позволит добиться еще более уверенного уровня приема сигнала. И не ждите от него ничего особенного. Несмотря на то, что в инструкции написано, что эта антенна обеспечивает уверенный прием на расстоянии до 25 миль, а если переводить в километры, около 40 километров. Вот сейчас я нахожусь в 11 километрах от телевышки. Да, прямой видимости нет, но она уже принимает на грани срыва. Поэтому однозначно не покупайте такую антенну. Но если уже купили, тогда обязательно ее устанавливайте горизонтально, как можно выше. И вполне возможно, что вы добьетесь от нее хоть каких-то более-менее приемлемых результатов. И это будет или 32, или 20 каналов. Но ни в коем случае не 300, не 400, как обещают продавцы. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.
не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы быть в курсе всех моих последних видео. А также все вопросы задавайте в комментариях. Я с удовольствием готов обсудить эту антенну с вами. Всем удачи!